трех водах топлена, в трех кровях купана, в трех щелоках варена. Чище мы чистого. Алексей Толстой. Хождение по мукам. Мы будем читать Толстого, думать о Толстом, говорить о Толстом, но не только о нем. Батенька, да вы, кажется, националист. Началась уборка раненых и убитых. Либо вы святая Дарья Дмитриевна, либо вы дура. Иван Ильич рассчитывал, ровно в половине третьего он нажмет пуговку звонка в этой единственной двери. Здесь проживает Дарья Дмитриевна Булавина. А жена его возьми с поличишком третьего дня и убежала. Сверток в Рогоже, сброшенный тремя людьми с моста в полынью, был телом убитого Распутина. Во имя чего были принесены все жертвы? Кто был прав и кто виноват? Революция осталась в прошлом, но революция продолжается и будет продолжаться до тех пор, пока не подведены все ее итоги. Нам, разумеется, их тоже не подвести. Но мы попробуем сделать то, что в наших силах. Посмотреть на революционные события изнутри них самих.